Шамиль, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Как тебе атмосфера? Ты все эти дебютанты, все видишь впервые, можно сказать. Как тебе обстановка? Атмосфера бомбовая, все четко на уровне, я бы сказал. Короче, нормально. Настроение хорошее, можно на позитиве. Можно сказать, что за эти дни успел ощутить, что такое UFC, насколько серьезная лига? Да, честно сказать, чувствуется все как профессионально, там прям до мелочей. Каждому, ну, внимание, нет такого, чтобы кого-то там обделяли, там, еще что-то там. Со всеми, я думаю, одинаково и во всех мелочах строго. Ну, что запомнилось больше всего? Вот, бывает, по сравнению с другими лигами, вот, отношения, вот, что в плане этого запомнилось? Все, я думаю, все. Если в каких-то организациях, например, там, как-то что-то там тебя может удивить, то здесь все имеется, ну, так, ну, допустим, к тебе как-то там, ну, имеется, обратились как-то с тобой, да, неплохо там, а здесь во всех отношениях, я бы сказал, на высшем уровне. Ну, медиа проходит на уровне, все, интервью, все. UFC, можно ли назвать это мечтой всей жизни твоей? Нет, не скажу так. Я же просто да, стремился, ступень, просто высшая ступень, да. Ну, какие эмоции испытывал, вот, когда только подписался, что? Знаешь, давно должен был быть подписан, и когда подписали, ну вот наконец-то, было такое ощущение, вот наконец-то, да, наконец-то я здесь, короче, вот так, и выступлю здесь, попробую себя. Да, вот. Да. А вообще, вот ты смотрел бои и все, наблюдал за бойцами, было какое-то желание на фоне кого-то проверить себя, вот, подраться? Да, конечно, вот элементарно. Последний бой дрался этот Крис Вайдман дрался. Я думаю, я бы неплохо себя с ним проявил, потому что не скажу, что он там битый летчик какой-то там, но он, мы практически одинаковое телосложением, одинаково, я думаю, он тоже много вес не гоняет на 93. Чисто спортивный интерес, он бывший чемпион, было бы неплохо подраться. Да. Вообще, кто приедет поддержать? Поддержать здесь и братья родные, и близкие, и друзья там, в общем. Будут друзья. Уже есть здесь, уже много толпа. А это не напрягает вот то, что много слишком знакомых? На, знаешь, бывает давление чуть. Каждый там пытается дать совет, там, моменты, в общем. Как-то пытаешься вроде, ну, иметь в виду, отойти от этого, как-то не думать об этом, но все равно там начинают тебе там как-то вокруг. Есть все равно давление, чуть за рубежом чуть полегче в этом плане. Ну, чем ты стал бойцом, и все, вот как твоя жизнь поменялась? Можно ли такое сказать? Просто больше внимания появилось, может быть, и все так. Не знаю, я думаю, из боя в бой, может, больше будет там. А так, чтобы так прям сказать, там, что-то поменялось, такого нет. Ну и последний, наверное, такой самый интересный вопрос. Ты в истории выставлял то, что с весогонкой все нормально, подготовка нормальная, билеты не знаю, ссылки тоже нет. Расскажи об этом. Устал от этих вопросов? Блин, одни и те же вопросы, знаешь, пишет там, не знаю, человек 200, один и тот же вопрос задает, знаешь, это уже устаешь, взял. Сдалека начинают заходить, пишут там, салам алейкум. Само собой, ты не можешь не ответить на салам. И начинается, короче, сдалека заходит, билеты, не билеты, все. Что приходится решил отвечать? Так. Что отвечают? Ну, как и все, заказывайте, нет билетов, то, что есть, отдал, раздал, все. Билеты на кассе можете приобрести. Всем, конечно, да, конечно, да. Дают всего там 3 билета. Тремя билетами там на 200 человек разорваться тоже не можешь. В общем, так. Все, желаю тебе победы в этом бою. Баркала, души, спасибо.